Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя. Если вы здесь впервые, друзья, пожалуйста, не забудьте подписаться. А как же? Оцените это видео непременно и бейте в колокол, чтобы не пропускать мои загрузки. Я загружаю часто, а традиции раз в неделю. Итак, сегодня Universal Yams. На самом деле, друзья, мне эта посылочка уже пришла несколько дней назад, но у меня не было времени снимать, поэтому сейчас мы будем открывать, удивляться. Это посылка со снеками, которая приходит мне каждый месяц, и я никогда не знаю, что за страна нам попадется, поэтому мы уже где только с вами не были. И в России, на Украине, и в Голландии, и в Италии, и в Южной Корее. Ой, и в скандинавских странах. Короче, приходит обычно 6 снеков, в основном сладкие, но парочку бывает не сладких, поэтому сейчас мы будем удивляться, смотреть, куда мы отправляемся в этот раз. О, Польша, друзья, Польша, кайф какой, просто бомба. Итак, Польша, слушайте, друзья, я ни разу не была, но я бы с удовольствием побывала в Польше, очень интересно. Вот, видите, какая прикольная открытка, сейчас мы будем смотреть, что нам пришло из Польши. Очень прикольный буклетик. Здесь у нас, друзья, в буклете обычная информация. Вот, есть рецепт всегда один, смотрите, make pierogies, да, это вот у них pierogies, это значит, типа, как пельмени, короче, наши, поняли? Пельмени. И здесь информация по снекам, которые нам пришли. И плюс еще один напиток. Вот, это Глентвейн явно. Вот, поэтому отлично. И еще всегда снек... Ой, не снек, а этот идет. Стикер. Вот так вот выглядит стикер. Тра-та-та-та-та-та. Сейчас будем смотреть, пробовать. Так. Я всегда радуюсь, когда что-нибудь из восточноевропейских стран приходит, да, потому что это больше на наши снеки походит. Очень прикольно всегда. Итак, Monster Munch бренд называется, и это Crispy Potato Snack. То есть это типа как чипсики такие, знаете, чипсики со вкусом картофеля. Ура! Я обожаю чипсики, я обожаю картофель. Все сходится. Дальше. Pretzel Sticks, это от бренда Бискитски, и это со вкусом лука и сыра. Короче, это эти палочки, как вот у нас называются эти палочки, не кукурузные, в общем, вы поняли, палочки такие, я уже забыла, как это все называется. Дальше, номер 3. Gingerbread Stick, смотрите, от этого же бренда, это тоже палочки, только сладенькие. Сладенькие, это у японцев такие есть, поки называют, не поки, или поки. Палочки-то такие тоже, это типа такие же, только со сладким, покрытием, вот, со сладким покрытием. Так, дальше. Номер 4. Ну, это, я думала, это вафли. Да, это, скорее всего, вафли есть. И этот с арахисом. С арахисом. Или это не вафля? Смотрите, как интересно. Вот это вроде не похоже на вафлю, а это вафля. Это как понимать? Интересно. Друзья, кто живет в Польше, пишите, знаете ли вы что-то из этих снеков. Мы сейчас все их будем пробовать. Может быть, вы... Так, раз, два, три, четыре. Дальше. Пятый снэк. Chocolate covered gingerbread cookies. Слушайте, друзья, все с gingerbread. Они как будто бы рождественские эти напихали нам в этот в этот раз в бокс, потому что gingerbread это всегда ассоциация с Рождеством здесь. Каторжинки! Каторжинки, друзья, каторжинки. Каторжина – это по-польски Катерина. Они каторжина называются, прикиньте. То есть это катеринки, можно сказать. Шоколадки покрытые... кукис, то есть это печенюшки покрытые шоколадом. Каторжинки. Прикол какой. Так, отлично. Они 100% вкусные, я уверена. И... Оп! Друзья, смотрите, я по-польски не бельмеса, но, смотрите, пташье мешко,
Это ли не птичье молоко по-нашему? Как считаете? Это мой любименький, обожаю птичье молоко. О, батончик ванильный. Слушайте, здесь птичье молоко, конечно, не найти. Это надо в русский магазин ехать. И еще не факт, что там будет. Поэтому я всегда, знаете, в Пермском аэропорту, когда еду обратно, лечу, я там последний раз мы там закупали, короче, птичье молоко, конфеты, потому что это вообще это такой деликатес, я обожаю просто. И там очень недорого стоит. И ямбэг в этот раз есть. Здесь в этом пакете как бы индивидуальные конфеты должны быть. Сейчас посмотрим. Их обычно 4, но 2 вида. Так, одинаково, как бы, чтобы делиться можно. Вот, смотрите, друзья. А это, узнаете? Это же коровка! Это коровка, смотрите, друзья, смотрите. Фадж, молочный фадж. Это коровка, это коровка. Ну, слушай, это наши люди. У них даже такие же абсолютно снеки, да? И дальше, сосательные конфеты. Это со вкусом клубники, по-моему, клубника это, а это со вкусом лимона. Вот, но эти маленькие мы не будем пробовать. А вот остальные мы сейчас заценим. И начнем мы вот с этого. Я буду ставить рейтинг. Обязательно рейтинг. Так. Пахнет. Они прям вот так же выглядят, представляете? Как маленькие привидения. Слушайте, это больше на Хэллоуин подойдут. Смотрите, какие привидения прикольные, да? Вот они какие. Так. Угу. Угу, угу. Просто бомба. Эти привидения мне напоминают из мультика про малыша и Карлсона, когда он в привидение переодевался. В простыню, помните? Как он там говорил, какое-то там доброе привидение. Зачет, очень вкусно. Дальше, вот эти вот стики. Ну, я уверена, мне понравится. Это, по сути, все наши снеки, да, которые у нас есть. Так. Отлично, здесь так много. Я как будто бы они на вкус как пироги с луком и яйцом. Бомбически. Просто бомбически. Вот, видите, написано продукт польский. Польский продукт. Слушайте, друзья, у нас в России есть что-то подобное? Именно со вкусом чего-то. То есть эти палки-то, понятно, есть, а со вкусом вот этот чеснок. Нет, лук и сыр. Поезд, плацкарт такой взял, едешь в окошечко, смотришь. Снэк. Так, дальше. Дальше сладенькие уже пошли. К сожалению, сладкие больше. Я просто не сладкоежка, поэтому я предпочитаю хотя бы 50 на 50 делали, да? Как бы если 6 продуктов, 3 бы хотя бы не сладкие присылали. Так, открываем. Открываем. О, пахнет Рождеством, друзья. Пахнет gingerbread. Вот, видите, как я вам говорила, вот такие уже у японцев есть... Палочки тоже, они обмакнуты, вот всякий шоколад и так далее. Не могу говорить. Вау. Это просто что-то с чем-то. Это нереально. Друзья, короче, вот эти... Если вы в Польше живете, я вам завидую, что у вас есть такие снеки. Без комментариев. Дальше. Ну, птичье молоко. Птичье молоко. Боже, это одна из самых лучших... Если сейчас вот еще, если те нам понравятся, это одна из самых лучших коробок, которые когда-либо приходили. Так, птичье молоко. Угу. Я очень скучаю по птичьему молоку. Это один из самых вкусных десертов, который вообще существует в этом мире. Птичье молоко.
Ой, друзья, unreal, нереально. Так. Дальше, вот этот меня заинтриговал, нарисована вафля, арахис, но при этом выглядит как обычно батон шоколадный, да? Причем тут вафля, непонятно. Сейчас будем пробовать. Выглядит как обычный как бы батон шоколадный, вот. Вафля пока не наблюдается. А. Очень интересно, друзья. Это знаете что? Очень интересно. Ничего такого не пробовала никогда. Очень необычный вкус. Это не батон, как бы не просто батон шоколадный. Внутри как будто что-то с халвой связано. При этом есть вкус вафли. То есть как будто вафля туда перемолота и замешано все это вместе. Совершенно потрясающе, необычно. Очень интересно. И знаете, по текстуре, это как бы я ожидала, что батон будет типа как Марса, да, но ничего подобного. Во! Катеринки я оставила напоследок. Давайте пробовать. Катеринки должны быть самые вкусные, я уверена. Какая форма необычная, глядите. Так. Это пряник. Пряник в шоколаде. Все, уже в шоколаде испачкалось. Рождественский пряник в шоколаде, друзья. Что тут можно не любить? Очередной зачет. Ну что, друзья, это 5 из 5 коробка. Великолепие сплошное. Очень все вкусно. Необычно. С изюминкой. Но без изюма, потому что изюм я не люблю. Итак, друзья, пишите, что вы думаете. Подписывайтесь. Я коробки Universal Yams получаю каждый месяц. Никогда не знала, куда мы с вами путешествуем в следующий раз. Поэтому это всегда интрига. А это сюрприз. Делает эту распаковку еще интереснее, правильно? Вот, поэтому пишите, что вы думаете, пробовали ли вы что-то, может быть, вы в Польше живете или бывали, рассказывайте. А пока мы будем прощаться, желаю вам хорошего настроения и увидимся в ближайшем будущем. Пока-пока!